пожалуйста, ваш посадочный талон, ваше место 11 лет. Приятного полета. Проходите. Рамки металлоискателя, аппарат для просвечивания багажа, приветливые молодые люди в форменной одежде. Только что мы были в школьном коридоре и вот попали в аэропорт. На самом деле, это один из учебных классов колледжа Московия в развилке. Территориальное оборудование – это оборудование, то есть полностью имитация оборудования аэропорта. У нас используется Смит-Хайман 50x30 энтероскоп, также система регистрации, то есть стоит программное обеспечение, которое завязано с аэропортом Домодедово. Мы готовим специалистов для аэропорта Домодедово, и это партнерская помощь аэропорта Домодедово. Помощь в тест-объектах, в учебных материалах, в муляжах. В колледже Московия преподают две специальности – агент регистрации и сотрудник службы авиационной безопасности. И в той, и в другой специализации масса нюансов. Если человек на инвалидной коляске, либо с ребенком в коляске, то есть нюанс. Особенный досмотр. Он производится полностью, и еще коляска обрабатывается дезанализатором. Срок обучения по данным специальностям составляет 2 года. За это время ребятам необходимо приобрести физические навыки, познакомиться с техникой, нормативными актами и законами, изучить психологию общения. Сюда желательно надо проверять плотную органику, как тут вы видите, и плотное железо. Вот, например, плотное железо, сейчас если проверить, то это, скорее всего, будет что-нибудь патрон, боеприпас. Вот. И мы, если мы находим, мы сюда вызываем код 02 сотрудника полиции. В рамках учебного процесса у них есть и пьяные пассажиры, и буйные пассажиры, и пассажиры с перевесом багажа на регистрации, у которых нет при себе денег. Нужно эту ситуацию решить максимально, то есть сгладить ситуацию. Занятия в другом классе уже больше напоминают классические. Здесь готовят специалистов для другого предприятия, совместного российско-китайского станкостроительного производства. Любые механизмы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, состоят из простых или сложных деталей и соединений. Все они являются продукцией машиностроения. В прошлом году на территории завода «ГАЗ-девайс» было открыто новое производство станков. Естественно, появилась потребность в специалистах. На территории нашего района находится подмосковный колледж Московия. Здесь, буквально рядом, в поселке Развилка. И уже с сегодняшнего дня 45 ребят из этого колледжа начинают обучение на базе нового предприятия. Создано 3 учебных класса, достаточно комфортабельных. Это будет прикладная практика работы на таких ультрасовременных станках. Теоретические знания ученики будут получать за партами колледжа, а для прохождения практики на упомянутых главой ультрасовременных станках их уже готово принять новое предприятие. Выпускники вот этой специальности, технологии машиностроения, они обязательно будут востребованы. Востребованы во многих отраслях машиностроения. Причем, я думаю, что на предприятиях любых правовых форм. И государственных, и бюджетных, и коммерческих, и так далее. Потому что, на мой взгляд, мне кажется, наше учебное заведение выпускает адаптированных и конкурентоспособных специалистов. После окончания обучения каждый выпускник будет иметь выбор идти на предприятие, где проходил практику, или устроиться на работу в другое место. Но наличие такого выбора – хорошее преимущество. Ребята, которые выберут этот профиль и выбрали на сегодняшний день, они будут гарантированно трудоустроены на самые крупные предприятия нашего региона. В колледже осуществляется подготовка по 8 различным специальностям. В настоящий момент здесь учатся 660 человек. В прошлом году выпускниками стали 175 человек. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.